Доброго дня. Ви дивитесь громадське телебачення Донеччини. Це спільний проєкт громадського телебачення Донеччини та Радіо Свобода. Донбас обирає. Цими днями, в останній тиждень перед виборами, ми будемо говорити про те, як відбувається кампанія у містах, селах, виборчих округах Донбасу. Ми будемо говорити з кандидатами в депутати, ми будемо говорити із експертами. Це буду робити я, журналіст Радіо Свобода Дмитро Шурхало і мої колеги з громадського телебачення Донеччини. Сьогодні буду говорити я один наразі. І у нас в гостях кандидат у народні депутати по 47-му виборчому округу. Це місто Слов'янськ. Зантов Олег В'ячеславович, вітаю вас. Доброго дня. Олег Зантов, навожу інформацію з сайту Центральної виборчої комісії, народився 14 жовтня 1967 року в місті Краматорськ Донецької області, громадянин України, останніх 5 років проживає на території України, освіта вища, радник міністра Кабінету міністрів України, член партії «Блок Петра Порошенка», проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, висунутий партією «Блок Петра Порошенка». Ви проживаєте в Краматорську, але, наскільки я знаю, ви фактично є міським головою Слов'янська після того, як ваша попередниця Неля Штепа опинилася в ув'язненні. Вирок наразі їй не винесено, але вона наразі в ув'язненні, здається, мені вже слідство закінчується. Ну от практично 25 років моя життя зв'язана зі Слов'янським, Слов'янським районом. Мені все время задають цей вопрос. Ви ж народилися і проживаєте в місті Краматорське. Ну, на самом деле я народився у Краматорське, але от з 90-х років я працюю і живу у Світогірську, Слов'янську, Слов'янському району. А місто, яке указується офіційно, це місто прописки ще у моїй матусі. Ось. А останні 10 років я, ну, не то чтобы даже проживаю, а я фактично и не ухожу из Славянска, потому что, будучи редактором нескольких городских СМИ, как журналист, как редактор, как издатель, я буквально днюю и ночую в Славянске для того, чтобы, ну, сама, мы с вами коллеги в определенном плане подразумеваем, что так. Да, подразумевается, что приходится жить в гуще событий, которые происходят. Ну и, естественно, громада не могла не отметить мою активность последние годы. И в 2010 году я был избран депутатом городского совета Славянска по партийным спискам от партии «Фронт ЗМИН». Тогда я возглавлял Арсений Петрович Яценюк. Теперь вы балотуетесь в народные депутаты от Славянского и Александровского районов. Ваша програма, що ви пропонуєте вашим виборцям? Ну, по-перше, я балотуюсь зараз від блоку Петра Порошенка, ну і завжди мені задають таке запитання, а що ж, що трапилось? Фронт змін, а зараз блок Петра Порошенка. Ну, на самом деле, нічого, ніякого курсу змінень політичних не произошло, просто партія «Фронт змін» Арсения Яценюка была ликвидирована в 2013 году, и поэтому, скажем так, часть демократических сил, которая была приверженцем или сторонниками Арсения Петровича Яценюка, ну, оказалась в таком, скажем так, на перепутье и объединились вот под эгидами нынешнего президента. Тогда он еще не был президентом. Действительно, вы в начале нашей встречи заметили, это была партия «Солидарность». Она была переименована только в последний момент, потому что как раз это соответствовало концепции президента объединения. С такой названием легче идти на выборы. Вот почему это было переименовано. Да, ну, возможно, да, политтехнологии тут сработали. Ну, тут ничего такого нету. До этого был блок Юлии Тимошенко. Вот. Так что в политике все это допускается. Все это, наверное, нормально. Главное, чтобы достигалась цель объединения всех демократических сил. И вот я подивився вашу программу на сайте Центральной виборчої комісії. Там багато про об'єднання, про те, що треба боротися з корупцією, жити безбідно, вільно, чесно. Але, ну, от я вам чесно скажу, така програма, от з такою програмою можна балотуватися, ну,
від Львівської області до Донецької. Тобто у вас немає нічого про те, чим живе ваш район, ваш виборчий округ. Про що ви говорите з вашими виборцями? Вони ж, мабуть, вас предметно питають про те, що тут відбувається. Я ж бачу, що ви ж не додивилися до кінця. Додивився. Це я теж читав, це я просто дивився попередні пункти. Значить, дійсно, я вам хочу мало того согласитися з вами. Я как-то на встрече с избирателями привел такой пример. Я прихожу на рынок, покупаю картошку, и у продавца обычно спрашиваю, а картошка хорошая? И он мне, глядя честно в глаза, все время говорит, да, хорошая. Я спрашиваю у другого продавца, у вас хорошая картошка? Он говорит, хорошая. В конце концов, я покупаю картошку, приношу домой, жена говорит, ну ты опять принес картошку, и половину приходится отрезать и выкидывать. То есть, на сегодняшний момент существует, я предлагаю спросить у любого кандидата, хорошая у него или плохая программа. И все, никто не скажет, что у меня плохая программа. У всех хорошая. Мало того, если ты баллотируешься от политической силы, то есть и от какого-то блока, ты обязан выполнять условия своей политической силы, которая тебя подвигает. Поэтому достаточно в многих программах есть стандартный блок, который отображает позицию партии, позицию той силы, которой идешь. Что касается именно конкретных проблем по мажоритарке, то я еще раз возвращаюсь, и это не отображено, конечно, в программе, то последние 10 лет я как редактор и издатель местных СМИ всегда в гуще всех событий. А как депутат городского совета я имею опыт как политического-то их решения, так и хозяйственного. Потому что вот вы не зря привели факт биографии радной кабинета министров. Потому что, мой опыт управленца, в принципе, позволил мне продержаться и в тот период эмиграции, когда я вынужден был под тиском представителей незаконных вооруженных формирований уехать из города вместе с семьей. Я устроился на вполне, скажем так, престижную считается работу. Мало того, некоторые сказали, тепленькое место нашел. Но теплое, не теплое, но когда, если вы помните, в августе встал вопрос и вся страна, встала в одном порыве, потому что был Иловайский котел, была открытая интервенция, я принял решение и ушел в вооруженные силы Украины, добровольцев. Последние полтора месяца я отсутствовал, и когда пришел в отпуск, используя свое право как кандидата в народные депутаты заняться агитацией здесь, в городе, то неожиданно стал перед фактом, что противостояние громады и, депутатского корпика, чиновников привело к тому, что надо кому-то брать на себя ответственность за решение проблем в городе. И вот тут конкретно то, что вы спросили, а так как я знаю проблемы нашего города, и не просто понаслышке, а именно изнутри, поэтому это позволяет мне уже третий день держаться на плаву, честно вам скажу. Вы маєте на увазі третий день, після чого третій день? Після того, як я по факту приступив до виконання обов'язків секретаря міської ради. Бачите, ви не тривалий час виконуєте ці обов'язки. От вас обирають депутатом. Ви як лишите те, що вам довірили, знову ж таки, ваші ж виборці? Ні, я на це запитання відверто сказав, що Слов'ян для мене є пріоритетом. Тобто, якщо виникне така колізія, будемо вибирати Слов'янську. Як Слов'янськ вибирає мене, так і я вибираю Слов'янську. Тобто, ви готові лишитися в міській раді? Готов. Так, то на що ж балотуватися? Ні, чекайте. Ми ж спочатку нашої бесіди було питання, від якого блока я балотуюся. Я не имею просто права подвести президента. Мало того, я скажу, это лично президент инициировал, чтобы я баллотировался по 47-му округу. Будучи в вооруженных силах Украины, я, честно говоря, не планировал. А как президент особисто инициює, чтобы кто-то баллотувался в якомусь округе? Когда выглядит, процедура происходит так, то выдвижения все, как и от партии, и от мажоритарки, они все равно утверждаются руководителями партии или тех, кто инициирует создание этих блоков. И по моей информации, перед съездом, когда Петр Алексеевич
как бы просматривал списки, то возник вопрос, где Зентов. Вот он, Зентов. І... А він звідки знав, где Зентов? Тобто він, ну, як ваше прізвище у нього з'явилось, як кажуть, на карандаші? Да. Дело в том, что, если вы помните апрель, то он характеризовался не только захватами, конфликтом здесь, но и президентскими выборами подготовка. Я был доверенным лицом Петра Алексеевича Порошенко, тогда еще кандидата в президенты по 47-му округу. К сожалению, нам тогда не удалось провести выборы в полном объеме, потому что Славянский район были оккупированы. Мы провели их в Артемовском районе на 19 избирательных участках, и, в общем-то, там президент набрал достаточно высокий процент, более 30%. Отже, повертаючись до теми вашої програми, ви дуже коротко сказали, от останній двосторінкова у вас програма на дві сторінки, і останній абзац є про те, що виділити округу додаткові субвенції з державного бюджету, реформування житлово-комунального господарства міст Слов'янська, Миколаївки, Святогорська, селищ Слов'янського та Олександрівського району, та використати також кошти на додаткові на соціально-економічний розвиток регіону. А от ви спілкуєтесь з виборцями. Виборці вас про що питають? Ну, я не думаю, що вони питають там більше про якісь такі глобальні питання. Вони питають, мабуть, про щось своє. Виборці, і мало того, зараз стикнувся от останні навіть три дні, коли вже виконую обов'язки. Вот. В основному про то, о чому спрашивають слов'янці, это самая проблемная группа – это те люди, которые пострадали от военных действий, потеряли жилье или имущество. Поэтому основной вопрос – это первый – компенсации, выплат, когда они начнутся. На сегодняшний момент уже есть, я сообщаю всем, проект постановы Кабмина, где определены эти выплаты от 5 до 150 тысяч гривен в зависимости от ущерба. А также вот самый больной вопрос, который сейчас город вступает в зиму – это те люди, которые потеряли свое жилье или в результате, так сказать, разрушенных квартир, многоквартирках достаточно сложно будет сейчас включить отопление. Вот это вот насущное, потому что только потеряв, как вот не прискорбно, мы осознаем, как много мы имели. И та же бабушка, которая плачет на Семеновке и говорит, мою хатку разбомбили, это все, что у меня было. И Семеновка, это я скажу тем, кто не дуже ориентуется саме в справах Слов'янська, это одне из передмість Слов'янська, яке найбільше постраждало під час бойових дій. Я правильно? Да. И, в общем-то, там красная цена там этой хатынки там 10-20 тысяч, но это смысл жизни этой жительницы, смысл жизни этой женщины. Поэтому для нее это самое ценное. Это дороже всех жемчугов там мира и самых, так, я не знаю, там каких-то банковских билетов в миллион долларов. Вот. Поэтому вот это сейчас основное. Компенсації. Компенсації для мене, я людина приїхав сюди, я не місцевий, і тому я дещо дивлюсь, я не дуже розумію, але от коли я чую інформацію про Слов'янська, в останній рік її було багато, дуже, це і бойові дії, які точилися довкола міста, це і зараз я спостерігаю за виборами. І дуже часто спливає тема сланцевого газу. Чому ця тема настільки актуальна для Слов'янська? Тобто, коли йшли бойові дії, то дуже експлуатувалася інформація про те, що тут воюють спеціально, от саме на Слов'янську загострилося, бо тут мали видобувати сланцевий газ. Зараз я дивлюся на вулицях білборди, там теж порушена тема сланцевого газу, і причому це використовується проти одного з ваших конкурентів. Чому сланцевий газ такий злободенний, актуальний для Слов'янська, от наче так ходиш ним і не пахне, і не видно, щоб його десь видобуток відбувався. Ну, это связано с тем, что в конце 2012 года было принято решение облсоветом о подписании соглашения с компанией Shell о начале или проектных работах по разработке углеродов, нетрадиционных углеродов, в том числе на Юзовской платформе, куда и вошел Славянский район. Не конкретно город Славянск, а именно Славянский район. И согласно этому плану, у нас уже в течение 5 лет были должны построены 15 разработчиков
разведывательных вышек, которые бы начали разработку. И в начале, когда все это произошло, я сам стоял в основе этого движения антисланцевого, вот, мы собирали многотысячные митинги, и тогда основной лозунг на этих был митингах пересмотреть это решение, отменить, потому что оно было незаконно. На самом деле распорядителем всех недр и полезных ископаем Украины является украинский народ, и поэтому без его согласования никакие решения не должны были приниматься. И это был как бы чисто сначала процедурный вопрос, потом уже он стал принципиальным. Но в какой-то момент что-то пошло, или я почувствовал, или вот активисты почувствовали, что-то там все-таки не так было. Вот. Что мы это имеем? Маю на увазе, что вот так получилось в конце, что вот те, кто потом до конца возглавлял это движение, в том числе представители коммунистической партии, они как раз и оказались на острие вот этих пророссийских настроений и антиукраинских выступлений. То есть тут, скорее всего, что были задействованы какие-то технологии, тоже политические. Вот. Судить об этом нельзя, но по факту, что мы имеем? На сегодняшний день Shell отказалась от разработок сланцевого газа в нашем регионе. Возможно, потому что она провела исследования и не нашла особого сенса, что ли, их проводить. То ли в силу каких-то причин, на самом деле сегодня все это пристановлено, поэтому я думаю... А чему ця тема, судячи з того, тобто, розумієте, в контексті виборів не писали б те, що не хвилює людей, чому ця тема досі... Невже люди думають, що отак от просто сюди хочуть прийти, а это отголоски всего того, потому что действительно движение было массовое, вот оно затрагивало, плюс я же говорю, что у нас на самом деле старые регионы, и поэтому коммунистическая партия имела определенный большой процент поддержки. Вот почему-то часть людей у нас считает, что они живут еще в осколке Советского Союза, они в новой Украине. Поэтому такая почва среди этих взрослых, даже, сказал бы, пожилых людей, она... была благодатной, все это семя посеялось, и люди уже в возрасте, они с трудом расстаются с какими-то своими знаниями или иллюзиями. Вот, то есть они... Просто дивно це було спостерігати зі сторони, бо ті, хто бачив собі, уявляв Донбас, то всі знали, як видобувається вугілля, що це не найбільш екологічно чистий вид діяльності. І чому видобуток сланцевого газу викликав такий ажіотаж, це тут просто виникли досі, судячи з усього, відголоски цього є, тема людей непокоїть. Я ще раз підчеркую, що Слов'янський район – це доволі пожилий район. У нас, наприклад, в місті із 100-тисячники 42 тисячі стоять на учеті ветеранських организаций, майже половина. Вот. И этих людей легко испугать чем-то необычным. Ну а на самом деле методика гидроразрыва, она достаточно опасна и не совсем, для екології положительні імеють своїх. Будь-який видобуток корисних копалин, він видобуток без гідророзриву, він також завдає шкоди. А видобуток вугілля, він ще шкідливіший. Тут чисто психологічно представте, десь на 5000 метрів забурюється, там зривається, закачується вода. Тобто все, що неізвідано, воно пугає. Вот. Поэтому и было одно из основных требований сначала провести полностью все экспертизы согласовать с общественностью. А что еще зараз непокоит и лякает людей на окрузе? Наверное, их пугает, я так думаю, если в контексте предвыборной кампании, что такое обилие кандидатов и такое обилие представленных политических партий... 31 кандидат. Да. Не даст то, чего добивается наш президент, єднання. Єднання, що Верховна Рада можливо, я підкреслюю, можливо, не зможе знайти таке консолідуюче начало. От. Якщо це так не буде, то це буде дуже добре. Як на вашу думку, вибори, ви кажете, спостерігали за тим, як живе Слов'янськ впродовж тривалого часу, попередні вибори і ці вибори чим відрізняються? Парламентські, тобто, скажімо, 2012 року і вибори 2014. Вони схожі одною чертою, що технології ті ж самі використовуються. Мало того, один із кандидатів навіть так і говорить, я буду продовжувати
дело победителя прошлых выборов. Вот. А на того кандидата мы несколько раз подавали в суд на прошлых выборах, но безрезультатно, к сожалению, исходя из тех реалий. Той кандидат, я наскільки розумію, син прем'єра Миколи Азарова, Олексій Азаров. Молодший, да, я так його називаю. Вот. Поэтому это, ну, похоже. Вот. А отличие, что все-таки вот это же количество кандидатов как раз большое, подчеркивает, что, в общем-то, демократические процессы начались, и в выборном процессе уже начали принимать люди, ну, не только там от партий, там, блоков или чисто технически, но и по велению иногда и совести, знаете ли. А тогда было значительно меньше, не 31? Да, тогда было у нас 11, один снялся, в общем, да, 10. Ви дивитесь «Донбас обирає», спільний проєкт громадського телебачення Донеччини та Радіо Свободи. Ми говоримо із кандидатом у народні депутати від 47-го округу, який, зокрема, знаходиться на місті Слов'янськ, поширюється. Це Зантов Олег В'ячеславович, кандидат від блоку Петра Порошенка. Отже, якщо взяти, ви кажете, з'явилось більший вибір, а люди цим більшим вибором, от як вони його сприйняли? Тобто люди серед цього більшого асортименту кандидатів, вони, ну як, їм стало легше робити вибір чи складніше, як вам здається? Я думаю, те, кто не делал выбора, у нас же раньше я как называл, выбор без выбора, потому что определенная часть населения, которая, скажем так, контролировалась правящей партией, она голосовала безразлично за что. То, что как говорили, она и голосовала. Ну, по партийным спискам понятно, по мажоритарке, как фамилию какую назовут. К сожалению, на сегодняшний момент эта же часть так и остается. То есть им не надо выбирать. Вот вы зараз кандидат від влади, вы как, можете впливати на цю частину? А вот нет, то тому що я, як і хоча я кандидат від влади, і зараз виконую обов'язки мера, але я чесний кандидат і сподіваюся, буду таким же мером. Поэтому адмін, і мало того, вот на встречі з кандидатами і з окружною комісією я сказав, що якраз вот моя нова посада, вона якраз і послужить гарантом того, що ми постараємося ці вибори провести чесно, без применення адмінресурсу. Дякую, Олег В'ячеславович. Я буду питати у ваших конкурентів, чи Зантов використовує, чи не використовує адміністративний ресурс. Побачимо, якої думки дотримуються вони. Це дякую. Був Олег Зантов, дякую, кандидат від блоку Петра Порошенка в 47-му виборчому окрузі. Це Слов'янськ, Слов'янський район і Олександрівський район. Наша передача триває лише.